Микрорайон Граевка, улица Клары Цеткин. Небольшая дорога длиной в 850 метров, где с двух сторон расположены уютные коттеджи. Выглядит сейчас немного удручающе. Снятый асфальт, активные ремонтные работы – все это не добавляет красоты, но это временное неудобство. Немного истории. Эта улица – одна из немногих, которые начали обустраивать еще в начале 70-х, и с тех пор капитального ремонта здесь не проводилось. И причин, почему этот объект начали ремонтировать только сейчас, достаточно. Среди них… Этот объект появился из-за того, что водоканал в этом году полностью здесь проложил сети водопровода новые и хозфекальной канализации. Естественно, половину улицы получилось, что она была раскопана, поэтому было принято решение восстановить ее в полном объеме, ну, сделать полное благоустройство. Работы уже выполнены на сегодняшний день полностью по установке дорожного бордюра. Сейчас ведутся подготовительные работы к асфальтированию. Объем работы специалистов дорожно-эксплуатационной службы значительный. На это влияет и протяженность дороги, и наличие многолетних деревьев, корни которых тоже добавляют хлопот. Но сегодня в их списке задач подготовить асфальт к укладке бетона, а завтра его уложить. Вопрос реконструкции этой улицы назревал давно. Никакие работы на ней не проводились, в принципе, с момента постройки, а это, наверное, более 50 лет. Здесь только проводился ямочный ремонт, и уже практически здесь от старого асфальтобетона мало что оставалось, только оставались эти вот латки, которые мы делали ямочными ремонтами. Поэтому, конечно, вопрос назревал давно. Но и было известно, что будут здесь, но опять же, не могли почему раньше сделать, то есть отсутствовали сети. Здесь был очень уже старый водопровод, здесь отсутствовала полностью хозфекальная канализация. Естественно, для начала таких работ надо было сделать эти сети. На следующий год закладывается финансирование на устройство тротуаров по этой улице полностью. И на этой, и до улицы Красногвардейской. А полностью завершатся работы по благоустройству этой улицы только в следующем году, когда специалисты дорожно-эксплуатационной службы смогут сделать новые тротуарные дорожки. Ирина Левчук, Дмитрий Литвинюк, Олеся Столярчук. Новости Бреста.